Хочешь выиграть танк мечты? Тогда подписывайся на канал, жми на колокольчик и ставь лайк данному видео. Также пиши комментарий со своим ником. Более подробная информация в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Вайдер, и сегодня мы с вами записываем видео по танчикам онлайн и будем записывать его на моем аккаунте без доната. А как говорится, если мы на без доната, значит счет будет у нас обещан, значит счет действительно нужно уже прям толковое заснять. Вот, но перед этим, ребята, опять же, если вы хотите видеть ролики по бездоната чаще, напишите в комментарии к данному видеоролику: Вайдер, снимай бездоната чаще. Но я вижу, что прям много-много у нас таких комментариев, и буду стараться выпускать видео на этом аккаунте почаще. Также будем его качать уже до звания легенды, тем более мы уже апнули себе Генуса, нужно уже, так сказать, закончить и апнуть себе легенду, и либо новый аккаунт бездоната начинать, либо какой-нибудь другой проектик. Поэтому вот такие дела. Также, ребята, не забывайте ставить свои лайкос, потому что, ну, это у нас уже с вами традиция, так сказать. Подписчикам моим всегда хороший дроп падает, если они мне ставят лайкосы, ну, а им, соответственно, с контейнеров за ежедневное задание, либо еще какие-нибудь контейнер халявный, падает довольно-таки неплохая годнота в виде каких-нибудь красок анимированных или экстишек, либо просто фиолетовых красок. Поэтому, если, пацаны, вы как бы хотите себе топовый дропчик, обязательно завозите свой царский лайк. А теперь, ребята, минуточку вашего внимания, хочу вам показать не совсем обычный канал с распаковками и обзорами различных гаджетов из Китая. А необычен он тем, что те товары, которые остальные блогеры хвалят ради выгоды, автор данного канала аргументированно обговаривает плюсы и недостатки устройств, которыми он пользуется. Взять, к примеру, чайник от Xiaomi, который начал ржаветь, или браслет от Lenovo, которая вообще пустая трата денег. А если вещь действительно стоящая, то, посмотрев его обзор, самому хочется ее приобрести на примере их Xiaomi Note 5. Короче, ссылочка на канал будет, ребята, в описании. Заходите, подписывайтесь. Также традиционный конкурс от меня. Заходим на этот канал, подписываемся, заходим под последний видеоролик, пишем комментарий со своим никнеймом и какому-то рандомному подписчику я подарю подарок за 10 тысяч кристаллов. И также добавлю друзья, а в комментарии к данному подарку я отправлю промокод на один контейнер. Погнали, ссылочка в описании. Ну а мы с вами погнали записывать данный видеоролик. Дело в том, ребята, что, наверное, если вы были на моих стримах по как раз таки безумным выходным, вы там могли от меня слышать такие слова, то что мне вот это вот мое это не то, смотрю, блин, уже испугаться хотел. Вот, мое устройство ускоритель плазмы на твинсе немножко поднадоело, то есть с ним как-то стало, я не знаю, то ли неудобно играть, то ли скучен, то ли я с ним уже наигрался. И, короче, многие вам из вас мне как раз таки, ребят, советовали, что: Вайдер, давай прикупи себе второе устройство на твинса, тем более он у тебя уже довольно-таки неплохо вкачан. И как раз таки с викингом ты с этим устройством можешь довольно-таки неплохо нагибать. То есть я так подумал, блин, а почему бы и нет, ребята? Именно это будет у нас не взятие в аренду, да, какое-то, чтобы протестировать это все дело. Я это протестировал и так уже на как раз таки стримчике, и мне, ребята, эта тема зашла. То есть сплэш урона нету, это печально, но с другой стороны, по сплэш урону я тоже там убивал там раз в пятилетку каких-нибудь танчиков, и сплэшек мне, я так думаю, уже не очень сильно пригодится. А вот как раз таки самоурон мне очень сильно прям нужен, потому что некоторые чуваки прям вплотную ко мне начинают подходить и подбешивать меня этим. А так я себе, получается, дамага не буду наносить, это у нас будет старый добрый твинтик. Поэтому, ребята, погнали, покупаем это самое устройство за 50 тысяч кристаллов. У, да, мазафака, детка. И также, ребята, я хотел вам показать такую фишечку, что у меня уже, то есть вооружение вот эти мои вкачаны. Сейчас мы, ребята, ставим это все дело на еще один шажочек. Также я буду, ребята, прокачивать себе рикошета. И также все это ставим на один шаг, и пусть у нас качается. Кстати, многие из вас, наверное, будут говорить, типа: Вайдер, зачем ты ставишь на МПК? Лучше бы скидок дождался, это же намного выгоднее там, блин, да не трать ты вот эти свои кристаллы, дожди скидок. Ребята, вы, наверное, многие не знаете, но при максимальных скидках в 50% на улучшение и 70% на их ускорение, стоимость вот этих прокачек МПК
практически одна и та же стоимостью, если вы будете просто нажимать на улучшить и ждать вот эти 7 дней. То есть там цена не различается. То есть я больше кристалликов не трачу, но единственное, я вот жду вот эти 7 дней. Это вот, так сказать, единственный трабл. Единственное, так сказать, нифига себе, это тавтология, ребята, извиняюсь за это. Единственный способ сэкономить на этом, это ждать скидок и улучшать по одному, и потом, так сказать, ждать. Вот это, ребята, единственный способ сэкономить как раз-таки на этих МПК. А так как бы, что коплю эти кристаллы, что я их трачу, то есть я ничего абсолютно не теряю. Короче, харе было более, сейчас я, ребята, пойду у нас в битву, в каточку. Мы это все дело протестируем, посмотрим, как мне лучше или не лучше. Ну и опять же, я выскажу в конце видеоролика мнение по этому устройству. Ну и также вы, ребята, напишите в комментариях, что вы думаете уже в конце видеоролика, как вы досмотрите до конца. Погнали! With you, can't remember the last time I went without you. Так, ну что ж, ребята, я уже вот нашел себе более-менее подходящую карту и здесь даже чуть-чуть значки поиграл. И, блин, если честно, я даже не перекликивался, то есть меня закинуло сразу же в первую ДМ-ку, и я сразу же начал тут рубиться. И, блин, очень уже много было таких ситуаций, когда, смотрите, я стою вроде как в упор, чуваки думают, что у меня есть самоурон, то есть я себя сам дамажу, и они, блин, не понимают, какого фига я такой живучий, какого фига я такой вот просто живчик, и какого фига я к ним прям так близко подъезжаю, что он даже не боится, что ли, самодэмэджа. Я же его прям по-любому перетолкаю. Но, блин, это, ребята, круто. Вот серьезно, как бы. Я вот, мне в Твинсе что нравилось, это его скорострельность. То есть скорострельность у Твинсика, согласитесь, просто это топчик. То есть мне всегда эта тема дико заходила, но мне в устройстве как раз таки на дальность, я не знаю, может, мне так кажется, может быть, раньше как бы Твинсик более-менее быстрее стрелял с этим самым устройством. Может быть, как-то раньше игроки по-другому играли, но, по-моему, блин, раньше оно игралось намного лучше, намного круче это все было дело. И, блин, у меня только что подкрысили килл, но вот это как всегда, как я только начинаю видеоролик, у меня сразу начинают крысить киллы. Друзья, а что вы такие крысюки-то такие? Ладно, мы, в принципе, того челика добили. И, о май гад, ты серьезно? Ты занарил против меня овердрайв? Ну, как вы видите, ребята, первое место — бойня, то есть я специально остался на этой карте не для того, что, да, я даже вначале немножко там ошибся, не для того, что эта карта для меня более-менее подходит, а для того, что раньше на этой карте я никогда вообще первые места не занимал на твинсике, вот серьезно, я не знаю почему, но вот на твинсе у меня раньше никогда не получалось занимать первое место на карте бойня, ввиду того, что здесь, не знаю, попадались какие-то другие челики, которые более-менее умудрялись меня нагибать, потому что мне тупо не хватало для них моей скорострельности, и тупо не хватало, ребята, точнее, не хватало, а вот в местах, когда ты, помните, респаешься в таких вот ограждениях, которые были добавлены недавно, вон я сейчас вам покажу, вон те вот, ребята, вот ограждения, да, которые были у нас введены в игру буквально недавно, и то есть там зачастую чуваки мне попадались всегда с другими какими-нибудь пушками, которые могли вплотную ко мне подъехать и, в общем-то, вообще не париться на тему того, что да, блин, мы сейчас к ним подъехали, едем, и это будет вообще яично, мы как бы его немножко, пусть он сам себя надамажит, а мы потом возьмем и, так сказать, просто его добьем. Так, ладно, у нас летит золотой бик ящик, попробуем его сейчас отжать, не знаю, получится это у меня или нет, скорее всего нет, потому что меня слили и немножечко мне не удалось, и это, ой, блин, ну как так-то, а? Не знаю, какой-то скользкий у нас титан попался, я прям так проскользил по нему, прям увидели, что это только что было, ну ладно, бог с ним.
Голдик это делал всегда такое, рандомное, сам понимаю, сам их кидаю, сам их ловил, и как бы ничему тут удивляться особому и не нужно. Так, ладно, против этого челика тоже не было смысла тратить свою драгоценную аптечку, тем более у меня их осталось не так уж и много. А, блин, у нас что-то этот чувак немножко раскидался этих самых золотых ящиков, но окей. Окей, братишка, я вообще-то не против, я не против половить на своем бездонатском аккаунте золотые ящики, тем более они мне здесь очень пригодятся, очень нужны, а вот этот, походу, челик у нас немножко играет с читулями, а? Пацаны, ну-ка, давайте-ка в комментариях мнение свое по поводу этого чувака, потому что мне кажется, что-то он как-то подозрительно у нас начал прям вверх дергаться, даже когда он еще на горочке не подорвался. Но чел, походу, использует это все дело грамотно, прям чисто не палится, прям не палится. Да ты серьезно, Вованчик, откуда у тебя после... Вот когда я респаюсь из тебя, и аптека, и дроп, и все что угодно, блин. Ну окей, ну ладно. Ладно, ладно, ладно. Так, ладно, давайте не будем отвлекаться уже на эти самые золотые ящики. Может быть, поделаем те самые пресловутые киллы. Так, вот видят, кстати, я тоже так иногда делаю. Вижу, что кто-то кого-то бьет и начинаю его тоже мутузить, дабы его побыстрее добить и дабы челик у нас отправился на респ. Не то, что как бы ему насолить, а вот чтоб наоборот даже ему помочь в какой-то степени. Кстати, ребята, я уже думал по поводу всяких новых устройств, потому что разработчики у нас как-то обещали тоже добавлять еще новые устройства. Вроде бы они как два добавили, один уже у нас на XT будет, но на пушечке вроде как бы они нам обещали еще что-то добавить такое вот прямо интересное. И я вот не знаю, было бы вот, согласитесь, неплохо, сейчас я вам ставлю фрагментик видеоролика, там челик, конечно, у нас играет с читами, это не очень хорошо, но ладно, бог с ним, но функционал, согласитесь, довольно-таки неплохой, чтобы твинс у нас стрелял как вулкан. Вы прикиньте, ребята, если у нас твинс будет стрелять как вулкан, я просто не представляю. Это прикиньте, насколько откроется просто диапазон, не диапазон, а всякие варианты паркура для чуваков, всякие прям интересные тактики или еще что-то в этом духе. То есть прикиньте, сколько будет всего прям крутого. Я вот просто, ребята, не представляю, насколько это будет интересно и круто, если все-таки разработчики у нас когда-то замутят такую тему, то, блин, за это им будет прям просто отдельный респект и уважуха. Так, а чувак у нас совсем что-то стоит тут и не боится, что у него золотой ящик-то украдут, а у него золотой ящик-то украли, но, к сожалению, это был не я, а чувак, который как-то тоже на него немножечко немало залез. Но, тем не менее, пацаны, первое место, это очень круто. Сами видите, что устройство прям мне зашло на все 200 просто миллиардов процентов. Я, естественно, теперь буду гонять только с ним, потому что устройство на дальность мне, ребята, уже, если честно, не нравится. То есть, после того, как я протестировал это еще все дело на стриме, купил, то есть в аренду его за 5000 кристаллов. И, боже мой, как оно мне зашло, вы просто не представляете. Естественно, ребята, будем теперь юзать только его, потому что твинс мы с вами прокачиваем, соответственно, у него растет перезарядка, у него там растет и урон, и у него растет прям, короче, все у него растет, и тем более у нас теперь будет как старый добрый твинси, который не будет себе наносить урона. Пожалуйста, ребят, 32 килла, первое место с устройством, куча просто легенд, куча резистов от меня, причем не самых маленьких, самый маленький резист 35%, на это понимаете сами, что очень-очень как бы много для твинса, но тем не менее, даже с этим я смог затащить, смог, так сказать, показать вам интересную игру, но опять же по моему мнению, то есть, ребята, устройство мне зашло просто на 200 миллиардов процентов, всем рекомендую вот это вот именно устройство на убирание сплэш урона, просто топчик. Опять же, кому понравилось данное видео, обязательно ставьте ему лайк, также не забывайте подписываться на мой канал, нажимать на колокольчик. Ну, с вами был Вайдер, всем пока-пока!